30 августа 2019 года регистрируют брак. Будревич Петр Анатольевич и Дергачева Анастасия Александровна. Уважаемые Петр, Анастасия, в жизни каждого человека бывают дорогие сердцу особенно значимые события. Сегодня у вас именно такой день. Приняв решение создать семью, вы вступаете в новый и очень важный этап жизни. В присутствии близких вам людей вы даете друг другу обет верности, обязуясь пройти свой жизненный путь вместе. Вместе делить радости и трудности. И события, которые вы переживаете сегодня, важны не только для вас обоих. Они также важны и значимы для ваших родных и близких, которые с надеждой смотрят в будущее, видя ваш брак счастливым и долговечным. Прежде чем вы поставите подписи в записи акта о заключении брака, я обязана спросить у вас, является ли ваше решение создать семью добровольным, взаимным, искренним? Желаете ли вы стать мужем и женой? Прошу ответить вас, Петр. Да. Прошу ответить вас, Анастасия. Да. Какую фамилию желает носить невеста в браке? Уважаемые новобрачные, отдел ЗАГС администрации Октябрьского района города Минска, рассмотрев ваше заявление в полном соответствии с Кодексом Республики Беларусь о браке и семье, в присутствии ваших почетных свидетелей и гостей, регистрирует ваш брак, учитывая пожелания невесты, ей присваивается фамилия Будревич. Ваше обоюдное решение создать семью прошу скрепить подписями в записи акта гражданского состояния.